В Дагосуниверситете на базе исторического факультета прошла предметная олимпиада. Ученики старших классов из Дагестана и не только сдают 17 дисциплин. В каждом тесте по 20 вопросов. На их решение ребята получают 2 часа. Лучшие из лучших смогут при поступлении в ВУЗ получить 5 баллов дополнительно, что значительно повышает шансы на прохождение конкурса. С напутственным словом к будущим абитуриентам обратился ректор ДГУ Муртаза Лирабаданов. Нас тревожит состояние общего образования у нас в республике, и мы хотим, чтобы те проблемы, которые есть в общем образовании, подключиться к ним как ВУЗ, как образовательное учреждение, где идет подготовка по специалисту с высшим образованием, для решения тех проблем также. Для нас это важно, потому что если мы провозгласили свои главные задачи повышения качества образования у нас, мы должны на входе получать, соответственно, подготовленных абитуриентов. Олимпиада проводится уже несколько лет. Если раньше в ней принимали участие только дагестанские школы, то с недавнего времени она приобрела статус северокавказской. Учиться в стенах университета хотят учащиеся из Чечни, Ингушетии и Ставропольского края. Всего более 1600 человек. Наш лозунг нашей олимпиады – это справедливость, честность. Она привлекает тем, что мы придерживаемся этого девиза нашей олимпиады. Дети знают, что раз они знают, они обязательно победят.